Родник, или по-татарски чишме, это не просто детский сад, это уникальное в своем роде дошкольное учреждение. Единственное в Саратовской области, где малышей не просто готовят к школе, а еще при этом бережно сохраняют национальные татарские традиции. В нашем детском саду мы разговариваем на татарском языке, играем, песни поем. Мероприятия у нас 70% проходят на татарском языке. Каждый год в нашем детском саду проводятся народные мероприятия, например, народные праздники. В этом году проходил татарский национальный праздник Сабантуй. Сегодня в детском саду выпускной. Старшая группа готовится к важному этапу – началу школьной жизни. Воспитатели стараются вовсю, чтобы этот день запомнился воспитанникам надолго. Здесь и веселые конкурсы, и сказочные персонажи, и даже поздравления от самых юных детсадовцев. Мы желаем вам, ребята, хорошо учиться. Мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс. Большая часть стихов и песен действительно звучит на татарском языке. Таким образом, стараниями педагогов ребята, едва закончив детский сад, будут знать сразу два языка. Этого сейчас мало, это для наших детей важно, я думаю. Заведующий хорошо постарался, воспитатели, все было организовано хорошо. Ну, чего их могу сказать, счастье переполняет. У нас ребятишки закончили садик, вступают в новый этап своей жизни, все равно это для родителей тоже волнение. Нам очень понравилось, и каждый показал все, что он может, все, что умеет. Стихи рассказали, станцевали, и дети тоже довольны, что они участвовали в своем празднике. Напутственные слова от заведующей, грамоты самым активным мамам и, конечно же, раздача подарков выпускникам. Этого дня ребята с нетерпением ждали. Но некоторые грустят, не хотят расставаться с любимыми воспитателями. Ты сегодня выступала? Да. Расскажи, что ты сегодня делала? Танцевала, пела. Мне сегодня больше понравилось танцевать, бутерлар. Что это такое, расскажи. Это я же танцевал с косой, и это бутерлар. И там еще мне больше всего понравилось, как я делала так. Мне это нравится штука. Меня интересует читать и писать. Собирать портфель. Ты участвовал вот в этой игре, да? И что ты взял с собой в портфель? Линейку, карандаш, ручку. А есть самая любимая воспитательница? Я всех люблю. Почему любишь? За что? Потому что я здесь выросла, и они нас воспитали, пока наши родители были на работе, заняты, пока были они. Завершился праздник веселым шоу с аниматорами и запуском в небо воздушных шаров. А уже осенью вместо этих ребят сюда придут новые малыши. Татарский национальный детский сад работает в Саратове уже 25 лет. За это время из его стен выпустились более 700 воспитанников, знающих и уважающих татарскую культуру.